понедельник в Самарской области будет облачно и пасмурно, местами осадки в виде небольшого снега. Днем плюс 3, плюс 5, ночью 4-6 ниже 0. Северный и северо-восточный ветер, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 4, ночью минус 6 градусов. Ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти тучи, но без осадков, днем плюс 3 градуса, ночью 5 ниже 0. Ветер северный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем плюс 3 градуса, ночью минус 4, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 85%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.